Здравствуйте, это Viva Telecom. Продолжаем знакомство с антеннами Comet портативными. Сегодня у нас на обзоре SMA-701 от Comet. Кстати, на наклейке указано, что антенна сделана в Японии. В отличие от 501 антенны, по конструктиву она такая же, но работает в трех диапазонах, то есть добавляется еще 1200 МГц. Сейчас мы снимем тогда график на 1200 дополнительно. Так, давайте тогда сейчас посмотрим комплектацию. Так, в комплекте, так же как и с 501, идет кольцо резиновое уплотнительное. И сама антенка. Разъем, как и у 501, SMA вилка. Так, по длине они должны быть идентичные. Да, тоже где-то 45-46 миллиметров, как вы видите. Так, по весу, я думаю, примерно будет то же самое. Да, 12 грамм. Весит антенна, это на грамм было потяжелее даже. Так, ну примерять, я думаю, смысла особо нет. На шестерку, например, да. Ну давайте я накручу. По шагу резьбы, естественно, она подходит. Выглядит вот таким образом. Все плотно встает. Дополнительные резинки в данном случае не требуются. Так, ну все, снимаем графики тогда. Так, нижний диапазон частот разочаровывает у данной антенки. Есть у нее минимальное значение КСВ, но оно в районе тройки всего лишь. Так, сейчас мы его выловим. Вот 3,2, 133 Ом сопротивления. Ну то есть в этот диапазон антенна не очень работает. Даже, я бы сказал, совсем не работает. Так, смотрим верхний диапазон. Верхний диапазон 400-470. Смотрите, как совпало ровно на середину графика. Минимальное значение попало. Кстати, настройки от 501 отличаются. 501 была, насколько я помню, получше антенка, да, в этом диапазоне. Так, смотрим значение. 1,5 и 44,8 сопротивления. Но вот здесь она работает более-менее хорошо. Большие графики будут на сайте у нас в разделе «Обзор», добавлены к этим антеннам. Но все, в принципе... А, 1200 еще, да? Сейчас тогда 1200 еще снимем график. Да, в 1200 можете ее даже не пытаться использовать. Значение у нее больше пятерки, то есть... Не подключайте сопротивление 221 Ом. Не надо ее, особенно на передачу, там использовать, сожгете передатчик в итоге. Поэтому для 1200 она не предназначена. Но все, у кого вопросы есть, задавайте в комментариях, подписывайтесь обязательно на канал. У нас цель в этом году добиться 20 тысяч подписчиков. Поэтому, если нравятся видеоролики, то подпишитесь. Будем очень рады. Но на этом закончим по данной антенке. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.